Можно подумать, как будто бы я нахожусь в гостях у Толи Янчева. Это Passion! Passion, be inspired. Как переводится be inspired? Будь вдохновлен. Ты вдохновлен сейчас? Слушай, немножко, да. Чем? Твоим присутствием. Никогда не был музой. Еще никогда не был музой ни для кого. Так вот, я нахожусь в обители аперов, я бы это так назвал. Хотя это не длительное, да, для тебя обитель аперов. Вот свет здесь мне нравится. Очень хороший свет. Вот. Саня здесь тренит аперы. Здесь он всего добился. Шучу. Не добился, он здесь ничего. Здесь вообще ничего. Здесь вот есть кеды. Новые? Не воняют, нет? Нет. Слава богу. Я тебя влажные салфетки просил. Чтобы их вытереть. Кстати, знаешь, как Фолан со своей обувью обращается? Вообще, да? Культ. Он на каждую обувь по одной салфетке тратит. Не одну, на две. Это как Миша и не он почти. Хотя нет, у Миши кеды грязные. Сегодня Мишу мы тоже увидим. А сейчас что мы будем делать? Мы сейчас собираем вещи, едем к финальному дню Grand Freestyle. Peace! Да, я под впечатлением, как вы могли понять, я уже нахожусь в Питере. И я хочу сразу сказать большое спасибо вот этому человеку, который сзади гуляет, потому что это он меня позвал сюда. Сейчас я покажу, в роли кого я здесь выступаю. Не часто мне приходится судить, я судил в жизни раза три, наверное, всего. Вот, но я надеюсь, я нормальный судья. Сегодня я вот кем являюсь, да, вот эта вот дисциплина огонь. Огонь и пламя. Я сегодня буду... Что я буду делать? Расскажи, Саша расскажет, что я буду сегодня делать. Твоя цель, твоя задача. Если человек жарит, ты оцениваешь, насколько круто он жарит. Насколько он много мясо огня жарит. Дает. Мясо. Нет. Гриль. Нет, шашлычок. Нет. Ну, шашлычок тоже можно. Ну ладно. Что я буду строгим судьей. Так что, ребята, держитесь. Жарить придется очень горячо. Вот, что я вообще хотел сказать по поводу всего, что будет здесь происходить. Это фристайл-турнир Grand Freestyle, который проходит в торговом центре Grand Canyon. Сегодня квалификационный день, и он проходит в фитнес-клубе, который называется «Лидер Спорт». Честно вам скажу, ребята, да, это уровень, честно, да, я не подлизываюсь, нет, я говорю как есть, потому что вы, наверное, видите, да, какой здесь... Спортзал у нас только на квалификацию. Это, не знаю, может быть сейчас, скажем так, фристайлеры немножко мажорными, да, стали, они уже не воспринимают это как очень крутое помещение для тренировок. Я вообще в восторге от этого зала. И у меня при входе в этот зал сразу возникло огромнейшее желание потрениться. Вообще я хотел давно потрениться, а в этом зале я прям, не знаю, я сегодня полюбасу что-нибудь сниму, очень классно, я надеюсь, если мои ноги мне позволят. И как баттлиться? На кого ты из этого списка поставишь? А я не смотрел вообще.
Ну вот по именам просто. Одного человека, да? Ну давай тройку. Ну хотя бы, ладно, че? Сбудется твое предсказание? Нет, сегодня вечером узнаем. Тобиаса сольют, но он пиздатый. Но его сольют. Наверное... Слушай, блядь, что нет поляков вообще? Кого убирать? Ну, точнее, таких поляков известно. Бойко, Кайдов. И пусть будет, да, блядь, пусть будет Рикардини, не знаю. Ну, что там Кайдов, сильный, да? Ну, он такой-то непонятный. Хоть и список вообще лузеров будет. Ставь этого. Тобиас. Ну, давай вот так. ПВГ, Тобиас, Бойко. 3-2-1. Хорошо. Скажешь свое мнение? Ну, да. Давайте, просто интересно. У как всех разное интересно. Получилось. Я просто пару человек из этого списка интересно? Вообще не знаю. Интересно? Не, реально. Че? Я пару человек вообще из этого списка. Я думал, третий. Из Индии который, да. Гюнтер может быть третий. Йо, давай, значит, твоя версия, третий Гюнтер. Ой, ты это не понял. Только не тот старый Йо. Потом ты мог ПВГ и Тобиас. Тобиаса на первое поставишь в батлах? Да, ПВГ на второе. Еще раз, Гюнтер, ПВГ, Тобиас. Такой. Возможно, конечно. Хорошо. Выключи, пожалуйста, телефон. Это чтобы соблюдать честность, да, я сейчас покажу, у нас время 20:55, но мы в интернет, у меня нет интернета, сейчас мы не заходили, не смотрели прямую трансляцию. А мы зайдем сейчас? Все подтвердят, да? Ну хотя уже 16-я, топ-16 уже прошла, я думаю. Ну по расписанию. А уже закончилось? Кажется, уже там повыгрыш. Да. Сейчас зайдем, сейчас вот сейчас прям зайдем и проверим. Возможно, уже есть результаты. Короче, сейчас будет рутина КВПчанского. Фига стиляжный. А вот для чего он и сказал, чтобы мяч покрасить. И главное, чтобы он вот этот пронос под ногой не закрыл. Да, вот. Он не выходит вечно. Пока чисто, нормально. Блять. Я говорю, обещал. Там на количество крутит АТВ и какой-то... Ну, блин, вообще молодец. В конце обидно. Молодец, что вышел. Не побоялся. Да, достаточно. Не, ну, блин. Короче, закончился Супербол. Победил Эрленд, к нашему всеобщему удивлению, да, победил Эрленд, мы все болели за Тобиаса, и я думаю, что по приезду в Москву, если у меня удастся встретить Глеба, мы все-таки попробуем никогда выяснить, ну, понимаешь же, да, как это встретить. Он скажет, знаешь, как всегда он скажет, я голосовал, блядь, за другого чувака, это, блядь, они все, это все. Ну, не знаю, не знаю. Надо будет выяснить. И самое главное, да, взаимодействие с публикой, которая нас смотрит. Ребятки, пишите down below в комментариях, что вы думаете по поводу финала. Кто, по вашему мнению, победил и честно ли победил Эрлинг? Я не знаю. Я не знаю. Хэштег представил уже. Нет. Нет. Нет, это не...